встречи, уважаемые дамы и господа! Сегодня, в Международный день театра, мы рады приветствовать всех собравшихся в зрительном зале на концерте 5-го международного фестиваля хореографических училищ и школ. Петр Ильич Чайковский. Маленькая адажио из балета «Щелкунчик». Хореография Василия Вайнонена. На сцене студенты Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Ольга Смирнова и Виктор Лебедев.